Конопляная демонология. Изменки. Микроскопические летучие твари, напоминающие рой мошкары. Водятся в волосах, а также в складках и швах одежды. Как правило, чем больше у человека волос и одежды, тем больше у него изменок. Конопляный дым выкуривает их оттуда. Они поднимаются в воздух и начинают размножаться, противно жужжа в инфразвуковом диапазоне. Многие не слышат их жужжания, но у некоторых особо чувствительных субъектов оно порождает так называемые изменки, то есть мутные страхи и навязчивые дурные мысли ни о чем конкретно и обо всем сразу. Вредоносность изменок заключается в том, что они обламывают нас и отвлекают от общения с Джа. Некоторые, впрочем, считают, что изменки помогают нам в борьбе с догонялками и торчком. Но это не так. За гулом изменок действительно не слышно пения догонялок. Но, честно говоря, к чему нам такая замена? Что же касается торчка, то его голодный вой перекрывает любые изменки. Кроме того, рой изменок обычно привлекает к себе стримаков. А эти демоны представляют весьма серьезную опасность для растаманского организма. Поэтому от изменок необходимо избавляться, тщательно окуривая одежду конопляным дымом. А их жужжание следует глушить позитивной музыкой и душевными беседами. Знак изменок – Весы, покровитель – Меркурий, стихия – Воздух, цвет – грязно-серый. Они не дружат ни с кем, не обладают собственным сознанием и лишь в концентрации свыше 443 556 особей на кубометр приобретают что-то вроде коллективного разума. В этом случае их гул цепляет даже не очень чувствительных людей, а чувствительных высаживает на конкретную измену. Вот почему каждый растаман должен хотя бы время от времени проветривать помещение, даже если на улице холодно. Следует помнить также, что изменки активизируются не только от конопли, но и от целого ряда других факторов. Иногда они постоянно роятся вокруг людей, которые не курят даже табака и даже чай пьют разбавленный. Вследствие этого их и нельзя назвать специфически конопляной нечистью. Хотя, с другой стороны, нельзя не признать, что по конопле они бывают чрезвычайно плодовитые.